Всем привет, с вами Графижил, сегодня мы продолжаем играть Night in the Woods. Мы закончили на том, что должны были пойти спать. Ну, давайте пойдем спать. Да. Да, вот на эту кнопку, да. Да, пошлите. Издаем какие-то звуки странные. Ну, не странные. Да. Че, это новый день такой, звук? Интересно. Ну... Загрузка. Хорошо. Ха. Так, и вот мы проснулись. Точнее, Мэй проснулась, не мы. Мы не спим. Так, вставай уже. Понимаю, спать хочется. Вставай. Так, все. Вау, прошло буквально 36 часов с тех пор, как я была онлайн. 36? Ладно, допустим. Больше не выдержу. Значит. Ладно, допустим. О нет! Что с тобой случилось? Черт возьми! Думаю, Ангус знает, как спать. Это какая-то реклама. Вот chat life right now. Google Singles in your zip code. Donut Wolf. Хорошо, реклама. Он шарит в компьютерах. Кажется. Но я не хочу, чтобы он увидел это. Где он там работает? Давайте выйдем уже из этого. Из этого. А как отсюда выйти? А, вот как. Наверное, это то. Наверное, то. Хм. Да, вышли. Что нужно с ним сделать? А, нужно пойти к нему, да? Кто-то кому-то пойти? К Ангусу? Ангус. Это кто? Я уж ничего не помню. Так. Сыграть потом сыграем. Когда-нибудь еще. Нужно сходить к Ангусу. Соли. Это крокодил, который... Так, часы. Сколько тут показывают вообще? Так. Странное время. Получается там... 15, что ли? Так, час. Да, 15, что ли, получается. 30. 36 где-то, да? 37. Странное время, да. По идее, утро сейчас у персонажа. А почему-то часы так показывают. Либо они сломаны какие-то. Или не утро, 36 часов. Ну ладно, допустим. Ох, никогда не... эту птицу не любила. Кажется, я это считал. Может, тут... Ладно, я вроде все читал это еще в первой серии. Ну там на английском было, наверное, написано. Так, нужно спуститься. Привет, милая. Да. Поздоровайся. Кто-то там говорит, а вот кто, непонятно. Мать или отец? А, это мать, да? Да, это, скорее всего, мать. Утро, мам. Не, я мама 24 часа в сутки. Это какая-то шутка была? Ха-ха-ха. Ладно. Допустим, это шутка какая-то была. К тому же, сейчас 4 вечера, милая. Что ж, мне нужно найти Ангуса. Продолжаем. Что ж, мне нужно найти Ангуса, говорит Мэй. Так, что там на это, да? О, он парень твоего друга Грега. Большой парень, довольно тихий. Ага, это он. Не нужно, чтобы он починил мой ноут. Лучше бы он починил, милая. Ты ведь не можешь позволить себе новый? Погоди, ты хоть знаешь, кто твой Ангус? А ты? Вроде, или... Ладно, в группе вроде как. Давайте вроде ответим, какая разница. Ну, сейчас самый подходящий момент. Спасибо, дочь. Четырехчасовая мама. 7 дней в неделю. Так, все, пойдемте. Тут больше ничего искать не надо. Так, и что же у нас тут? Кто? Эй, ты, малявка. Я взрослая. Так, ты вернулась, а? Да, мистер Пендерсон. Надолго тебе не хватило, а? Нет, мистер Пендерсон. Уже нашла работу? Это старик какой-то. Странно, ладно. Здесь всего 24 часа с момента возвращения. Да, я был избран мэром. Мне, значит, такой вариант больше нравится. Ну, на медокурить больше... Ну, на медокурить больше, чем нынче ты не сможешь. Как мне его озвучивать? Я приказал вас нести ваш дом. Что, заканчиваешь? Заканчиваешь то, что начала. Если вам понравится жить.
Надеюсь, вам понравится жить в лесу. Кто-то снял всю краску черепицу. Ладно. Прячьте еду. Будьте в ладах со зверями, мистер Пендерсон. Будьте осторожны, маленькая мисс. Маленькая бесячая мисс. Никто не забыл, кто ты и что ты сделала, знаешь ли. Хотя могут и делать вид, что забыли. Но это все вежливость маленького городка. Так вот, что это? Вежливость маленького городка — все, что у тебя есть, девочка. Так что не брезгай. Ну, это было очень интересно. Но мне нужно идти и слушать, как мои клетки умирают. Чё? Ладно, они поделились друг с другом своими мыслями. Тут все еще закрыто. Видимо, до конца игры будет закрыто, хотя не факт. Может, откроют еще что-нибудь когда-нибудь. Хм. Так, куда нам к какому-то Ангусу идти? Или Агнусу? Хотя это не Агнус. Не Devil May Cry, конечно, четвертый. Но все еще... Ладно, как его звали, неважно. Так, где он живет? Понятно, хорошо, сейчас найду. Теперь сюда можно зайти вроде бы. Раньше нельзя было. Видео аутпост ту. Видимо, он тут. Это... Или мы сюда можно зайти? Сейчас посмотрим. Чуть не помню. Могу чем-то помочь? Не думаю. Нет, сюда нельзя было. Точнее, можно было зайти, видимо. Ну ладно. Так, я пришел сюда и... Как там, Алиса-то? Говорит, что надела стаканчики на уши. Вау, и зачем можно? Давайте вау ответим. Них я могу слышать океан. Отлично, дружище. Ты видел Ангус все-таки? Каждую ночь. Да, я в смысле. Я Ангус прямо сейчас. На работе видеомагазин. Нет. А зачем он тебе нужен? У меня проблемы с компьютером. Думала, может, он сможет разобраться. Он хакер. Серьезно? Вполне уверен, что он... Ладно, он хакает всякое. Ого. Здорово, чувак. Позже увидимся. Зеленый, я так... Рад, что ты вернулась, ладно? Лиса там. Хорошо. Ладно. Так, подождите, я забыл. Где это сказал? Ладно, сейчас найду. О, я нашел. Вот, пришел в этот магазин. Да, точно, вот в этот магазин сказали. И спросил я, где Ангус? Разве он работает не в дневную смену? Сейчас разве не день? Я пришла раньше. Погоди, почему все, что ты говоришь, звучит как вопрос? Разве ты делаешь не то же самое? Я просто не обращаю на это внимания. Серьезно? Да? А? Хороший диалог. Ночная смена, да, это круто. Днем я сижу дома с ребенком, пока моя мама не вернется с работы. Дети. Но все равно неплохая работа. Смотреть фильмы, есть конфеты. Что? Хорошо, давайте так. Где теперь искать, ладно? Поищем еще. Интересно, тут можно забраться на дерево. И пойти по проводам. Это странно, что он не бьет. Ну, допустим. Куда же мы придем теперь? Так, мы все еще на проводах. Куда-то нас все же придет, непонятно. Видимо, можно на крышу дома добраться, да? Там есть какая-то крыша, на которую можно забраться было. Где стояли ящики. Сюда, что ли, можно? Можно сюда забраться. Нам, видимо, призраки. Какие призраки? А, можно по крышам побегать. Что тут есть? Что-то столкнули вниз. Надеюсь, не разбилось. Голова не разбилась. Да. Так, что тут? Посмотреть можешь. Арнольд Эпплбаум. Владел горнодобывающей компанией 100 лет назад. Папа сказал, что он был мошенником ненавидящим профсоюза. Мы получили библиотеку, которую превратили в апартаменты. Хорошо. Так, что же? Влево прыгать. Хотя, может, что-то есть еще? Так, сюда не запрыгнешь так просто. Так, ну туда не запрыгнешь. Хорошо, давайте налево прыгаем. Итак, что, прыжок веры? Раз,
два, три. Посмотрим, куда приземлимся. Да, он к нам тоже приземлиться там. Нет, сюда же. Ладно. Непонятно, где искать этого. Ангуса, да, Ангуса вроде. Хорошо, ну я еще поищу. Так, я какой-то зашел в какой-то дом. 1053 вроде дом. И куда мне? О, лифт. Крэк Ангуса. Сюда нельзя нажать. Что, здесь нет кнопки? Должен быть способ заставить штуку работать. Интересно. Давайте пока на этом этаже все посмотрим. Хотя... Давайте тут закончим. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.